Здравствуйте. Сегодня для работы мне потребуется вот такой металл со стиральной машины. И вот такая 14-я труба. Произвел разметку. 30 миллиметров загибаю. Круг проволока нержавеющая. Вот так сварил, просверлил отверстие диаметром 6 миллиметров. Теперь собираю болты М6, трубочки варена гайка М6. Ну вот такое приспособление я изготовил себе для мангала. С обратной стороны косынка вот такая. Просверлено отверстие, нарезано резьба М5. Завернул винты. Чтобы они не вращались. Вот такой совок убирать мусор. Совок выгребать залу. Приминать залу. Ольи. Это кочерга. Ну и мангал. Разжигаю мангал. Это стоит рядом. Все удобно, все хорошо. Спасибо за внимание. До свидания. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.